Сегодня на работе мы рассмотрим такую вещь, как ремонт ножки клавиатуры. Это применимо и к другим разным пластиковым вещам. Я буду ремонтировать при помощи наконечников, которые у меня в свободном доступе есть. Или вы можете взять обычную пластмассовую трубку, какую-то пластмассовый стержень, и также приклеить его. Погнали! Thank you.
интересно данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока! Ребята, подписывайтесь, будет дальше много разных видосов по поводу ремонта, восстановления каких-то игрушек детских, потому что Кира уже насобирала большое количество поломанных игрушек.